Всем йо-хой, дорогие друзья! Ну чё, вот наконец и подошёл к концу 2022 год. Да. Год, конечно, выдался дерьмовый. Не то чтобы по сути дерьмовый, и вправду дерьмовый. Хотя у меня в этом году было много приятного. У меня, конечно, родился сын. Это самая такая крутая, большая победа, достижение. Замутил я хату себе побольше в этом году тоже. Ну и так, маленькие победы, конечно, были. Но в целом год дерьмовый для всех. Вот. Это мое первое поздравление на YouTube-канале. Надеюсь, не последнее будет. Хочу, короче, поздравить вас. Во-первых, спасибо, что подписываетесь. Я начал нормально заниматься, как сказать, нормально, если это можно назвать нормально. Более-менее что-то записывать с февраля, и вот уже скоро будет год. Я вас 700, почти 730 человек набрал. Ну, для меня это, короче, победа. Так что спасибо. Спасибо, что смотрите, подписываетесь. Ну, а теперь к поздравлению. Хочу пожелать вам крепкого нордического здоровья, чтобы все были как кабаны и как викинги. Счастья, здоровья, вот это все мы, конечно, пропустим. Это вы по телевизору посмотрите. Ну, вообще, пацаны, чисто такого от себя, чтобы сказать. Надо рисковать, надо... Я желаю вам больше смелости, наверное, храбрости. Реализовывайте свои планы, не бойтесь, рискуйте. Запомните такое понятие, как поражение не существует. Поражения нет. Цвет упал. Есть, короче, только опыт. Поражения нет, есть только опыт. И с таким девизом по жизни надо двигаться. Так что не бойтесь, делайте то, что задумали. Все у вас стопудово получится. Кто бы вам что ни говорил, если вы что-то решили, просто берете, делаете, и у вас все получается. Единственное, если вы думаете о проигрыше, то это только у вас в голове. Вы можете проиграть только тогда, когда вы сами опустили руки. Пока вы их не опустили, вы никогда не проиграете. И будете двигаться только вперед. Ну а я, Витак Радгар, желаю вам всего самого крутого. Увидимся в 2023 году, друзья. Йо-хой!